Давайте снова откроем Священное Писание, на этот раз Евангелие от Луки, 4 глава. Мы будем читать, начиная с 13 стиха. Это сразу после крещения Иисуса Иоанном Крестителем и искушения в пустыне. Евангелие от Луки, 4, начиная с 13 стиха. «И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Евангелие от Луки, 4 глава, с 13 по 21 стихи. У каждой церкви есть жизненный цикл, как и у людей. Церкви рождаются, кто-то основывает новую церковь, церковь начинает расти, развиваться, люди приходят в церковь, формируются взаимоотношения, развиваются служения, люди занимаются ученичеством, приходят новые люди, они ободряют друг друга, используют дары, которые им даны. Все вот эти грани естественного роста церкви реализуются. Это замечательное время. Оно может продолжаться год, 10 лет, 20 лет. Но потом большинство церквей выходят на такое плато. Они перестают расти. Начинается плоская поверхность, вроде бы ни туда и ни сюда. Есть церкви, которые проходят первую свою фазу, а потом 20, 30, 40, 50 лет ничего вроде бы не происходит, не развивается. По статистике, 80% американских церквей находятся на таком плато, у них нет развития. А потом, наконец, если церковь не переформируется, если церковь не меняет свой курс, то она начинает умирать. И развитие идет вниз. Иногда быстро, иногда медленно. Иногда на эту смерть уходит 10-20 лет, а иногда намного быстрее. У церквей есть жизненный цикл. Кажется, что некоторым церквям назначено умереть. Вот церковь в Чикаго, я там недавно был, там всего 10 человек осталось в церкви, а у них замечательное здание, у них 200 пустых мест в зале, у них есть спортзал, есть классы воскресной школы, а в церкви всего 10 человек. Кстати говоря, когда-то эта церковь была хорошим спонсором миссионерской деятельности.
они вносили свой вклад в нашу команду. Они были членами нашей команды. И мы решили помочь этой церкви найти для нее нового пастора, потому что оставшиеся 10 человек не знали, что им делать. И Бог послал замечательную семью, Эрик и Эрика. Он мексиканского происхождения, но очень хорошо образован при этом. Он знает Христа, он знает этот народ, он там со всеми дружит, знает этот район. И на протяжении 6 месяцев, нет, даже 9 месяцев, в недрах, в лоне вот этой церкви старой, развивалась новая церковь. Сначала была ключевая команда, ядро церкви, потом они начали библейские занятия, библейские разборы, потом появились лидеры, стали привлекать людей самыми разными дарами, и на протяжении 9 месяцев они готовились к первому открытому богослужению. Я был на первом открытом богослужении, и было там более 150 человек. Церковь возродилась. На самом деле, это была уже новая церковь и новый жизненный цикл. Но в данном случае церковь проявила смелость. Церковь умерла, но здание свое она передала следующей церкви, следующей общине. А сейчас давайте поговорим о церквях, которые как раз находятся на таком плато, о церквях, которым нужно найти новый путь. Я бы хотел рассказать о том, что нужно, что должно произойти для того, чтобы церковь, которая сейчас на плато, в которой ничего не происходит, чтобы она развернулась, чтобы она действительно начала новую жизнь. Если это не произойдет, то новый сезон так и не настанет, то церковь останется там же, где она есть. Должно произойти 3 вещи. 3 новые направления. Первое. Церковь должна восстановить доверие среди своих лидеров. Очень часто происходит следующее. Есть конфликт, есть раны, есть обиды. Люди не общаются, лидеры не общаются друг с другом. Да, конечно, может быть, они приходят в церковь, потому что это же наша церковь. Но они не общаются, не доверяют друг другу. Это скорее традиция, что они приходят. Нет восторга, нет радости, нет энтузиазма по поводу Евангелия, по поводу того, что Бог совершает в церкви. Все застряло, как машина в грязи. Но если мы хотим, чтобы было новое доверие среди людей, если это доверие будет, вот тогда все начинает меняться. Доверие, уверенность друг в друге. Противоположность доверия — это подозрение. Если вы доверяете людям, то вы доверяете и их честности, доверяете их способностям. Не доверяете — значит, постоянно подозреваете, подозреваете их в нечестности, в скрытых намерениях и так далее. Значит, нужно как-то восстанавливать это доверие. Иногда бывает в церкви такой диатреф, который мешает церкви, который подрывает доверие. Такого человека нужно убрать для того, чтобы создать новое единство в церкви, для того, чтобы команда шла дальше. Как восстанавливать доверие? Ну, в частности, человек, который проповедует Слово Божие, должен хорошо проповедовать. Нельзя допускать на кафедру людей, которые не умеют проповедовать. Церковь оказывается на плато, если проповедники, учителя не умеют проповедовать и учить. Они делают это скучно. Значит, прежде всего, нужно понять, кто будет проповедовать, кому можно разрешить проповедовать, кому нельзя. Если человек не имеет дара проповеди, то пусть и не проповедует. Одна из наших церквей выросла, разрослась, но потом уменьшилась в 2 раза. Она была готова к тому, чтобы буквально упасть в небытие. И в эту церковь пригласили нового пастора, Расти Хейз зовут его, замечательный проповедник, замечательный лидер. Он стал сразу заниматься с молодежью, с молодыми лидерами, убрал некоторых представителей старой гвардии из команды руководства.
Ему хватило смелости, чтобы привнести изменения, и церковь теперь растет. И я его спрашиваю, как вы это сделали? Как удалось развернуть церковь? Он говорит, первое, что нам пришлось сделать, это восстанавливать доверие, восстанавливать уверенность друг в друге, чтобы у нас действительно настоящие лидеры руководили, настоящие служители служили. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарий».